Пока я сидела здесь, отдыхала, начался колокольный звон. Не знаю, слышите вы или нет. Уже минут 5, наверное, точно. Очень громко на всю площадь. Я представляю, там, наверное, люди на смотровой площадке, наверное, закрывают уши, потому что очень громко. А, все. Нет, еще звонят. Ветерочек. Первое российское страховое общество, 1827 год. Да, вот такие фасады, я прям вообще просто, смотрите, просто. Да, я сегодня прямо настолько довольна, что погуляла за какой-то там час-два. Очень, очень приятно провела время вместе с собой в приятной компании замечательного человека вместе с собой. Ну и с вами, конечно. Ой. Да, дома настолько вообще старинные. Где-то проведены уже реставрации, да, вот фасадов. Вот видно, что дома напротив. Ну, они совсем там без лепнины, да, простенькие. А где-то вот... Просто каждое окошко. Вот это вообще похоже на мини-дворец. Мы с вами идем по улице Большой Морской. Русский банк. Бизнес-центр «Сенатор». Русский банк. Можно просто вот посидеть за столиком. Я честно,
прямо на дороге. И поесть вкусную еду в ресторане. Бизнес-центр «Сенатор». Сколько здесь их этих бизнес-центров? Галерея дизайна. Шоколадный бар. Вон здесь какая красивая арочка. Фаберже. Яхонтовый мой. Вот видите, еще какие оставляют двери старинные. Конфетная культура. Конфетная фабрика «Культура». Интересно. Опять бизнес-центр «Сенатор». Он тут весь квартал занимает, видимо. Бизнес-центр «Сенатор». И там бизнес-центр «Сенатор». Не обращала внимания, что бизнес-центр «Сенатор» имеет столько домов. Вот это прям красивое здание. Написано «Русский банк». Раньше был. Табличку сохранили, арку сохранили. Всем спасибо за просмотры. Спасибо, что были со мной сегодня. Ставьте лайк, ставьте ваши комментарии, оставляйте ваши эмоции под роликом. Хочу сказать, что я буду дублировать все свои видео на YouTube. Если вам изображение кажется не очень здесь хорошего качества, это, к сожалению, проблема Ютуба, поэтому я дублирую на Рутюбе. Всем спасибо, хорошего дня. А завтра смотрите следующий выпуск. Мы с вами будем на встречах. Одну встречу, кстати, перенесли на сегодня. Ключи от квартиры я сегодня буду передавать, поэтому немножко завтра будет попроще, поэтому нужно возвращаться, еду передавать ключи. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хороших выходных.
пусть будет всегда у нас так тепло, прекрасно и с позитивом. До новых встреч. Тем временем в городе Кудрово перекрыта Венская, имеется в виду, сейчас закрыта дорога, делают ремонт. И делают асфальт, получается, ну, одной стороны, да, европейского, левой, правой, там как посмотреть. В общем, вся полоса, вот так снят асфальт, идется ремонт. Ой, это красота!